Баки заправлены, водители заряжены, груз готов. Волонтеры акции «Мы вместе» отправляются в путь по улицам Самары. Это не просто автопробег в честь Дня России. Как и в любой другой день, волонтеры акции «Мы вместе» доставляют продукты и товары первой необходимости тем, кто в них действительно нуждается. Малообеспеченным и многодетным семьям, а также одиноким пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. География доставок широкая, людей много и всем надо помочь. Это люди, которые обращались, которые звонят на горячую линию или, соответственно, кто-то звонит, чтобы помочь кому-то, но сам не может. Необходимы продукты на первый случай, то есть там подсолнечное масло, крупы, макароны, то есть что-то там сладенькое, ну, всего по чуть-чуть. Сделав круг почета по историческому центру Самары, караван из машин рассыпается. Пора ехать по адресам. В день их волонтер обычно посещает 10-12 и везде встречает слова благодарности. Такая помощь сейчас необходима многим. В связи с этим карантином, потому что я долгое время не могла устроиться на работу, вот. И как раз ребята приехали, помогли. Первый раз это было очень кстати. Вот. Второй раз спасибо огромное. Бесплатные продукты добровольцы доставляют многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, маломобильным гражданам на самоизоляции. Стать волонтером акции может каждый. Вся подробная информация есть на сайте «Мы вместе», либо по телефону 8 800 234 11. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров. Новости губернии.